Йен Сомерхолдер, «Дневники вампира». С 2019 года актер, известный по роли в сериале «Дневники вампира», не появляется на экране. Он решил уйти из Голливуда, чтобы больше времени проводить с семьей. Его жена Ники Рид, которая ранее снималась в «Сумерках», родила двоих их детей. В планах Йена – быть ближе к своим детям, а карьера пока остается на втором плане. Сальма Хайек, «От заката до рассвета». Вы могли не смотреть этот фильм, но точно видели завораживающий танец Сальмы Хайек. С тех прошло много лет, но Сальма все та же жгучая красотка, даже в свои 57 лет. Она обожает платье с глубоким декольте и фотографироваться в купальниках. Ну а что фигура позволяет? Кэнди Сокола, «Дневники вампира». Кэролин Форбс из сериала «Дневники вампира» вышла замуж за Джаи Кинга. И хотя ее карьера в кино шла в гору, она решила забыть про карьеру и посвятила себя семье. Однако такой подход не сработал. В 2022 году супруги развелись, несмотря на наличие двое детей. Теперь Кэндис можно увидеть в сериалах «Орвилл» и «Наследие». Джози Моран, «Ван Хельсинг». Фильм «Ван Хельсинг» многие недолюбливают, но роскошная героиня Джози, опасная жена Дракулы, Маришка, очаровала всех. Дальше ее карьера забуксовала. В активе актрисы всего 8 фильмов. Она снималась в ленте «Авиатор», «Скорсезе», но после 2006 года исчезла из мира кино. Было одно возвращение в 2014 году, после чего ее кинокарьера прекратилась. Келлан Латц, «Сумерки». Это, конечно, не Эдвард, но Келлан играл роль привлекательного Эммета Колена в фильме «Сумерки» и тоже запомнился девушкам. Однако после успеха «Сумерек» он не смог пробиться в индустрии. После этого последовали проекты, не получившие высоких оценок. Он также время от времени снимается в сериалах. Маккензи Фой, «Сумерки». Сначала «Сумерки», потом «Интерстеллар». Казалось, девочку ждет выдающееся будущее. Но не все так просто. После этих двух шедевров последовали неудачные проекты, например, «Странноватая фэнтези», «Щелкунчик» и «Четыре королевства». Тем не менее, Маккензи Фой всего 23 года, вероятно, успех еще впереди. Ричард Роксбург, «Ван Хельсинг». Австралийский Ричард Роксбург сыграл Дракулу в «Ван Хельсинге» и сорвал двойной куш, и прославился, и нашел жену. Актриса Сильвия Колока, игравшая одну из жен Дракулы, стала его супругой в реальной жизни. Они родили троих детей. Роксбург прекрасно выглядит и до сих пор активно снимается. Роберт Паттинсон, «Сумерк». Роль Гарри Поттере сделала Роберта заметным, а роль в «Сумерках» возвела в статус самого культового вампира современности. Миллионы девушек мечтали об Эдварде. После «Сумерек» и сложного романа с Кристен Стюарт Роб построил выдающуюся карьеру в Голливуде, а скоро станет отцом, они со Сьюки Уотерхаус ждут ребенка. Кристен Стюарт, «Сумерки». После завершения саги «Сумерки» Кристен Стюарт разнообразила свою карьеру, стремясь к разнообразию ролей. Видимо, шутки про «было везде с одним лицом» дошли и до ее ушей. Она снималась и в блокбастерах, и в инди-кино, и в перезапусках старых успешных проектов, а также получила статус фэшн-иконы.